Астрологические советы на завтра, 17 марта, день неожиданных событий в вашей жизни, день каких-то поворотных моментов. Это не значит, что завтра ваша жизнь изменится раз и навсегда, но могут поступать какие-то звонки неожиданные, могут быть неожиданные гости, какие-то неожиданные предложения поступать в вашу сторону. Обязательно рассматривайте, не отвергайте. Также это день огня, поэтому зажигайте в доме камин, свечи, ну или что-то подобное. В одежде на удачу надеваем серый.